Всех приветствую. Как видите, мы отдыхаем с вами на новой базе. Блин, как же хорошо так лежать и просто смотреть на камин. Блин, ну ладно, пора крица двигаться. Так, что у нас изменилось в прошлой серии? Я построил себе новую базу. Мы перенесли ее, она здесь была, вот сюда. Вот такой у нас пока месяц он внешний вид, и то я еще не достроил то, чего хотел. Но я думаю, по сравнению с тем, что у нас было, это, как говорится, это достойно. У нас здесь даже есть стульчик, чтобы мы могли отдыхать и наблюдать за природой. Вообще шикарно. Да, у нас еще здесь есть с вами джакузи. Но, к сожалению, джакузи я не могу построить без этого, как его, шишки. А шишки у нас находятся, получается, где-то вот в этой части. И плюс еще камушек горящий, тоже где-то он здесь находится. Но до шишек нету смысла бежать, так как у меня нету молотка третьего уровня. А за камушек я пока без понятия. Но я думаю, как получим только третий уровень молоток, сразу же отправимся строить наше джакузи. Так, побежали теперь мы с вами в этот, как его, в лабораторию. Нужно будет сейчас отдать чипы роботу. Посмотреть, что он нам за это даст. Да, нужно будет еще мостик тут доделать. Но этим я займусь позже. Так как реально много времени ушло на строительство. Воду я даже немножко подготовил. Но этим мы займемся позже. Я думаю сделать вот так еще мостик. И тут еще какую-то, может, постройку сделать. Возможно, в дальнейшем нам еще какие-то откроются постройки. Да, кстати, получилось мне открыть стены. Все, у нас теперь уже и стены есть, и частоколы, и даже ворота огромные. Но нам ворота не нужны, так как... Что это? Угу, отдай. Ворота нам не нужны, так как мы живем на островке, и нам туда никто не сможет ни добраться, ни доплыть. Падла. Вечно убегает от меня. Так, давай заберем сок. И побежали в лабораторию. Да, нужно еще будет как-то наделать себе брони получше. Не вот этой вот, что сейчас на мне. Так, задай сок, отдай сок. Так как вообще она меня не защищает почти. Но для того, чтобы делать нам броню, нужны эти, как его. Так, давайте заберем личинок. Ну, дай. О, заберем личинок, они нам тоже пригодятся. Где-то еще они здесь были. Ну? Алло? А, вот иди. Вот иди, падла. Значит, для нормальной брони нам нужно... Что нам нужно? Угу. Светлячок. Это нам нужно... Чешуйка. Где чешуйку найти? Не знаю. Ягодную кожу знаю. Дальше второго уровня. Что у нас здесь есть с вами? Шлем. Утонувшая кость. Это надо ее искать. Вот можно шапка стрелка. Но мне нужно перо. У меня, по-моему, дома три штуки есть. Нужно еще будет найти. Вот нагрудный. Бронежилет божьей коровки. Но это вроде у нас с вами тоже есть, кроме кожи ягод. Возможно, мы даже божью коровку сможем с вами сделать. Так. Сколько туда бежать? 300. 600. Может, за ягодами сбегаем как раз заодно. О, дай попить. Давайте, наверное, сбегаем за ягодками. Потом забежим в лабораторию. Ну, чтобы по два раза не бегать туда-сюда. Чтобы сразу приготовить для себя броню. Потому что из листьев она вообще никакая. Как раз сможем собрать себе коллекцию брони нормальной. Хотелось бы, конечно, создать все оружие и всю броню, которая здесь, в принципе, есть. Это кто? Ага, ты мне нужен. Мне тоже шорстка твоя нужна будет. Ой-ой-ой-ой, все-все-все.
А ты мне больше не нужен. И нужно будет как-то выбрать серию и побегать, просто пооткрывать новые локации. Так как карта здесь большая, а мы здесь в основном бегаем по тем локациям, которые у нас здесь есть. Вот. Это то, что у нас открыто. А вот этим темненьким все закрыто. Но я думаю, нам еще туда рановастенько. Мне нужно как минимум молоток третьего уровня. У нас, конечно, арбалет открылся третьего уровня, надо будет его тоже сделать. Но для арбалета нам... Так, создать оружие. Где ты, арбалет? А нет, это второго уровня. Вот, тоже нужно, получается, перо. А перо трудно доставать. Потому что ворона скидывает только одну штуку, и с него можно выбить там буквально 2-3 частицы этого пера. Ну, либо мне так выпадает постоянно 2-3 штучки. Так, давайте ягодки соберем. Что у нас по поводу стрел? Ну, в принципе, еще нормально. Так, ягодка. Иди сюда, Отлично, Дай стрелу. Дай мне ягодку. Главное сейчас тут не откиснуть от какого-то паука, потому что хпшки у нас мало. Не хотелось бы все заново это пробегать. Ага, вот сколько ягод, хорошо. Давайте пофармим. Лица мы, в принципе, с вами-то никуда не спешим. Так, хорошо. Отдай. Отдай. Так, тихо. Алло, ты куда? Тихонечко, ты куда? О, и давай клопа заберем. Как раз нужно будет починить с вами наши сапожки. Шерстка 3 штучки, понял. Знаешь, нужно будет еще 2 клопа найти. Так, ягодки. Угу, вижу. Отлично. Давайте еще, наверное, пару штучек наберем и побегим обратно. Угу. Ну вот еще, вижу. Надеюсь, стрела туда достанет. Да, раз. Два. И три. Все, отлично. Отлично, и забрать стрелу. В принципе, они несложно делаются, но чтобы не бегать, не собирать лишний раз материал. Нужно будет сделать все-таки арбалет, наверное. Да. И нужно бегать, наверное, собирать зубики. Только если бы я еще знал, где они находятся. С помощью зубиков мы себе прокачиваем здоровье, выносливость. Так, а где наш дуб? Ага, вот дуб. Здоровье, выносливость мы прокачиваем. По-моему, в лаборатории один зубик лежал. Не уверен, конечно, что я смогу его разбить сейчас вторым молотком. Ну, посмотрим. Главное не забыть потом броню сделать, когда домой придем. Потому что я себя знаю. Запланировал много чего и половину забыл. Так, побежали. Так, что это такое? Давайте срежем. Или это просто палки получается? Ах ты, падла! Давайте его забьем. Ты гляди, на маленьких он нападает, да? На маленьких падла. Ага, понял, это просто... Просто доски выходят. Все, отлично, почти добежали.
Все, давай, давай без приключений. Давай мы просто пробегим. Не-не-не, даже и не начинай на меня смотреть. Я в лабораторию. Так, почти пришли. Почти пришли. Ладно, уговорил. Дай сюда. Дай сюда. Вы мне редко попадаетесь возле дома, так что мы зафармим вас немножко. Так, бежим, бежим, бежим. Желуди, наверное, пока собирать не буду. У меня их, в принципе, дома достаточно. Если что, просто сюда сбегаю как-то без записи. И заберу. Так, а куда я бегу? Куда я бегу? Где наша лаборатория? По-моему, где-то тут была. Куда она делась? Так. Перец СТП. Ага, вот нашел. Все, 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 все. Нашел, нашел, нашел. Кстати, у меня же ключик появился. Интересно, могу я тут что-то чинить или нет, чтобы мог открыть какую-то дверку? Или навряд ли? Или навряд ли? Так, что тут у нас новенького добавилось? Либо ничего. Это что такое мясо Дафни? Да, давай проанализируем. Годится. Так, жидкие жабры. Во, сможем плавать, да? Под водой, отлично. Нашел еще лабораторию на воде возле себя. Подводную, но там нужен какой-то ключ, карта. Лаборатория вот тут находится, в этом месте вот. Ну, где красный кружочек, все, вот этот. А мне интересно, что там за ключ, карта нужна. Так, где наш робот? Где наш робот? Здесь закрыто, здесь открыто. Ага, вот тут где-то лежит зубик. Интересно, смогу ли я этот зубик раздолбать вторым уровнем? Во, да, могу. Отлично, значит, мы с вами сейчас сможем что-то улучшить. Так, кассетка. Утром я установил модули по заимствованию из лаборатории. Эти модули тоже одно из моих ранних изобретений. В те времена у меня было столько грандиозных идей. Взять как бы мою развивающую игрушку. Химическую лабораторию, малютка-химик. Нет, Валндал. Детям нельзя играть с соляной кислотой. Наши юристы никогда на это не согласятся. Это мы, по-моему, читали, да? Хорошо, я предпочел умолчать, а... Да, о горелках. Так, я отлёт сказал сеть лабораторий, работающих на заднем дворе. Так, давай смотреть. Во, мы вставили что-то. Так, вторая лаборатория расположена в живой изгороди, откуда открывается совершенный вид. Да, ну, лабораторию мы нашли уже. Сейчас он захочет разговаривать, и мы продолжим. Все, он как раз закончил, давай посмотрим, что это нам даст. Все, защита рук рыжего муравья доступна. Доступно создать копию, создать копию. Ага, мы тут можем копию создавать, да? А только зачем нам создать копию за 150? А что это нам даст? Угу, кожа личинки. Что бы сделал доктор Талли? А вот это я не знаю, зачем нам копию, ладно. В принципе, 3D принтер, правильно я так понимаю? Вот такая ключ-карта мне нужна. Так, а где ты? Иди сюда. Приятно видеть здесь знакомое лицо. Так, продолжить.
чем я могу помочь? Сегодня мне удалось найти суперчип. О, надо же. Вы живы, здоровы. Вы изобретательнее, чем я думал. Давайте вы сюда посмотрим, какие данные загрузил туда доктор Талли. Так, давай смотреть. Обработка, обработочка. Это суперчип, живая изгородь. Простите, я забыл упомянуть пауков перед тем, как отправить вас туда. Надеюсь, они не достали вам особо хлопот. Ага, я начинаю понемножку приходить в себя. Поверьте на слово. Нет, ничего лучше. Регрессивная лаборатория, спасибо. Что-нибудь новенькое расскажешь? Итак, что вы хотите узнать? Ах да, местоположение других суперчипов. В отряде расположены 4 лаборатории, в каждой из которых находится суперчип. Лаборатория в изгороде, лаборатория на пруду, лаборатория Моревия и лаборатории черных муравьев. И вам уже удалось пробраться сквозь изгородь, а значит пора искать другие лаборатории. Так, я отмечу расположение суперчипов в этих лабораториях. Пожалуйста, найдите их и верните мне, чтобы мы смогли понять, как нам починить Умпро. А пока вы не шли, в научном магазине на терминатель библиотеки есть инструкции. Они могут пригодиться в более трудных испытаниях. Так, хорошо. У меня есть пару вопросов. Так, расскажи мне о других лабораториях. Какую лабораторию? Лаборатория на пруду. Что такое лаборатория на пруду? Лабораторный труб, как следует из названия, расположена на дне пруда. С карпами, да. Я туда отправлялся, я там плавал, но мне нужен там ключ-карта. Что касается науки, привет, там доктор Талли давно увлекался брусельской капустой. Так, на Мореве. Доктор Талли интересовали лечебные свойства грибков и плесени. Ага, мы надеялись на прорыв, создав новый тип грибка. К сожалению, эксперимент не сработал, так и надеялся доктор Талли. Угу, заразил насекомых. Противогаз в избежание заражения. Хорошо. Да-да-да, пока-пока. Так, найдите один из трех последних суперчипов. Так, найдите лабораторию на пруду. Но я знаю, где находится эта лаборатория. Я знаю. Но все равно я ж туда без ключ-карты не смогу отправиться. Так, что здесь? Больше ничего, да? Сейчас тогда сбегаем домой. Так, мы здесь были? Мы, по-моему, здесь были, да. И тут нужна ключ-карта. Все, я ухожу. Сейчас отправлюсь домой, сделаем себе новый броник и сплаваем туда, в эту лабораторию. А что там, кстати, по заданиям? Ага, уже темно. Так, дай. Ну, дай запрыгнуть. Так, что там по поводу заданий? Пруд. Ну, это я знаю. Мегазубики, карта. Так. Полевая станция. Ага. Да, она находится как раз под лабораторией. Где еще? Вот это. Пропавший чип Бургла. Хорошо. Суперчип. Отлично. Здесь больше ничего нету. Так, станция. Летающий диск. Лаборатория в изгороде. Нужно будет это все изучить. Что это, пропавший чип Бургла? Прикольно. Так, давай включим
разместить вот так. И потом еще туда сбегаем. Так, мне нужно домой. А домой мне нужно вот туда. Мне либо показалось, либо где-то я здесь ворон услышал. Или мне показалось. Ладно, бегим. Бегим домой. Так, восьмерочка. В основном без записи-то я без светильника вот этого бегаю. Так, ого. Лампочка ярко светит. На записи, думаю, будет сильно темно, если я не включу. Все. Сейчас поспим, восстановим здоровье. Сплаваем в ту лабораторию, которую я уже находил. И, по-моему, мы сейчас сможем с вами что-то прокачать. Вот, давай зайдем, посмотрим. Так, нет, не то. Мне сюда надо. Вот, есть суперзубик. Так, максимальный объем. Угу, максимальный объем пачки ресурсов. Максимальный объем пачки ресурсов. Давай, наверное... Я даже не знаю... Еды. Или листиков. Либо еды, либо листиков. Ладно, давай... Первым пойдем. Так, посмотрим... Инвентарь. Больше не стал, да? Ладно. Нет, так нет. Так, побежали домой. Так, обнаружена угроза. Это что такое? Ага, это мегакомар. Ля, это москит. Ага, а ну. Сейчас залететь не можешь, да? Ненавижу москитов, тихо. Тихо. Давай, а ну ближе подходи. Сейчас мы тебя майкнем. Ну, либо нет. Все, улетели. Улетел, хорошо. Все, плывем домой, ложимся басечки и плывем в лабораторию. Только создадим сейчас себе броню из божьей коровки. Так, а это рыбка под нами проплывает. Такое чувство, что это такие Годзилла там плавает. Так, давай на тебя, наверное, моя. А, мы на тебе ничего не повесим, да? На тебе уже есть что-то. Ладно, давай попробуем создать еще такую штучку. Рядышка, манекен для брони. Ну, повернись. Только на этих камнях оно неровно стоит. Ну, ладно. Потом выровняем. Берем, снимаем себя. Вот эту вот штуку снять. Все, повесить. Отлично. А теперь как посмотреть? Посмотреть на X можно. Во, ля. Надо будет так насобирать всю броню. Поделать. Где-то ее установить. Все, отлично. Побежали делать себе теперь. Броня из божьей коровки. Вот оно. Создать. Отлично. Так, снарядить. А починка у тебя? Интересно, еще у тебя починка. Идет. Нужно будет потом глянуть, не сильно ли затратно будет ее чинить. Так. Бля.
Интересно, это мы или... Ну, это профи, не двигайтесь и смотрите прямо вперед. Обещаю, вы ничего не почувствуете. Это шаг к молекулярному уменьшению. Он проработает. Так куда вы отправляетесь, все ваши заботы покажутся вам мелочью. Прикольненько. Прикольненько. Так, неизбежность. Я знаю, что взрослые стресс, кошмары о работе, но с детьми такого не должно быть. Нужно рассказать об этом Бурглу. Да, потом Бурглу расскажем, когда принесем ему чип. Так, отлично. Как видите, у нас тут с вами водички. Пей не хочу. Я даже в чашку сюда ее не заполняю. В принципе, мне это не надо. Так вот стоит для красоты. Так, давай сюда. Давай сюда повесь. Не то. Вот это вот. И вот это вот. Все. Отлично. И давайте наделаем с вами сразу же ягод, пока не забыл. Все, отлично. И сложим вот сюда. Место, конечно... У меня маловастенько в ящичках, я уже четвертый сделал, столько много разного хлама, но... Но пока мне с другого ничего не придумал, по поводу сортировки и всего остального. Так, употребить, отлично. Понямали. Давайте соберем, наверное, урожай, посадим еще один. Съедим грибов. И пойдем исследовать лабораторию. И, наверное, сбегаем потом за кассетой Бургла, за его чипом памяти. Если не забуду, конечно. Да, отлично. Все, здесь больше ничего нету. Тухлое мясо, ладно, пусть будет здесь. Нам тухлое мясо тоже для чего-то должно было пригодиться. Так, нам нужно в эту сторону. Плывем. Блин, здоровья, конечно, мало восстановилось, потому что она сейчас будет эти бинты заюзать. Нужно будет заюзать бинты. Так, а можно без вот этих вот насекомых убийц? Чтобы мы просто с вами пробежали спокойненько. Так, давайте заюзаем. Раз, два, три, четыре. Давайте, наверное, все заюзаем, чтобы полностью восстановить здоровье. А, отлично. Поплыли нам немножко дальше. Нам вон туда. Где у нас глаза светятся. Нам в ту сторону. Так, не помню, здесь сможем пройти, либо нет. Или нормально будет. Так, это что такое? Это нектар. Ладно, давай пособираем. В любом случае пригодится. Для создания чего-то. Угу, и тут столько. Так, бегим. Ой-ой, все. Не-не-не, отстань, пожалуйста. Отстань, пожалуйста. Отстань, пожалуйста. Все. Дом достали, библиотека. Так, забирай стрелы себе. Забирай стрелы. Вот из-за чего мне нужно будет сделать нормальный арбалет. Так, давай посмотрим по поводу починить. Что тебе нужно будет? Божья коровка и ягоды. А, ну с этим нет проблем. С этим, в принципе, нет проблем. Дома такого добра хватает. У меня там много вроде божьих коровок.
Да, нужно будет заняться, потом как-то сделать арбалет и этих насекомых мэкнуть. Так, лаборатория находится вот под эти, под этой штукой. Не знаю, как она правильно называется, но она находится под ней. Так что плывем. Плывем, плывем, плывем. Во, а вот и ворон, да, по-моему? Прилетел. Может, как раз и перо получится заюзать с вами. Так, а ну ворон. Сейчас, а потом вниз нужно будет там спуститься. Да, вот и перышко. Отличненько, ребят. Мы с вами неплохо так приплыли. Только смогу ли я его разбить прямо в воде? Так, тихонечко. Тихонечко, как бы, кажется, обмануть систему. Но. А, вот я, вот и обманули. Раз, два. Три, четыре. Да ты шо, мы даже, наверное, шапку сможем с вами сделать. Что, ты не хочешь еще одно пирожко скинуть мне? Во, еще одно пирожко, ля. Вообще шикарно, вообще шикарно. Давай еще. Ну. Присядь. Отличненько. Там, дай сюда. Дай сюда. Сколько у нас штук? 5 штучек. А где все остальные? Утонули или что? Так, где остальные перья? Где остальные перья? Нету. Странно. С одного выпадает 4, с другого выпадает одна штука. Ну ладно, поплыли. Нам сюда. Вот я вам говорил, что здесь я уже был, в этой лаборатории. Ну, а в принципе, здесь акваланг и не нужен. Мы с вами успеваем выплыть. И здесь я забрал был металл. А дальше, чтобы пройти, мне нужен ключ доступа. Где его взять, я как бы без понятия. Так, давай смотримся. Здесь много камней. Где искать этот чип, этот ключ, карту, я честно без понятия. Так что это... Кажется, было бессмысленно то, что мы сюда приплыли. Ладно, ну, зато я вам ее показал. Хорошо, лаборатория здесь. Что здесь находится? Где находится чип, который потерялся? Где мы сможем с вами пройти еще? Давайте, наверное, сбегаем вот сюда. Так, разместить. Заберем чип, сбегаем к Бурлу. Расскажем как раз свой сон. Невозможно, узнаем, где... Где чип можно найти. Ну, этот ключ-карту. Так, отстаньте от меня, пожалуйста. Отстаньте от меня, пожалуйста. Все, больше... Пера нету, нет, пера нету. Так, через москитов я бежать не хочу. Что-то у меня как-то нет желания. Больше. Через них я больше реально не хочу. Так, мне нужно будет потом как-то пробраться сюда, заизгореть эту. Исследовать места. Но сначала давайте, наверное, сбегаем домой, создадим себе шапку. Она, в принципе, недалеко плыть. Покушаем, потому что, по идее, у нас просадки опять идут. Починим молоток, починим нашу броню и побежим, посмотрим. Так, отлично. Отлично, отлично. Бегим. Пульк. В принципе, все отлично. Сюда еще какое-то плавсредство. Либо, не знаю, там божью коровку.
использовать вместо машины. Было вообще бы хорошо. Так, привет, божья коровка. Блин, давайте, наверное, еще залутаем божью коровку. Она нам пригодится. Так, ты сюда. Стой. Сейчас я восстановлю. Восстановлю здоровье. Ах ты, падла. Ты падла кусючая маленькая. Полети на небко. Там твои детки кушают конфетки. Ой, только не начинай, пожалуйста. Только, пожалуйста, не начинай. Все, до побачення. До побачення. Где стали библиотеки? Да отстань, пожалуйста. Ну да, попал, проверяем. Все, божья кровка нам нужна будет в любом... Падла. В любом случае. Ага, москиты. Москиты — это нехорошо. Все. Не-не-не, меня ж тут нету. Меня ж тут нету, не прикалываюсь. Да. Муравьи, конечно, крыться не. Так. Стой. Иди сюда, падла. Стой. Ну не уплывай. О, хорошо. Мясо добыли немножко себе. Крыться к нашему домику, в принципе, никто не сможет. Доплыть. А вот эти вот насекомые, москиты, это, конечно, проблема. Нужно будет что-то думать. Так, что я хотел? Я хотел, во-первых, повесить сюда шапочку. Она мне уже не нужна будет. Так, снять. Все, отлично. Так, ты шоля, какой красивый. И давайте сделаем воронью шапку. Где ты, шапка? Вот ты. Создать. Отлично. Давай, одеваем. Снарядить. Та, ты шо, ля, какой красавчик. Вообще. Нужно еще с тапочками что-то подумать. Так, давайте сложим все лишнее. Починимся и побежим. Что это такое? Плавник. Плавник, хорошо. Что там по поводу еды? Не, забрать нельзя, еще вялится. Да, еще вялится, ладно. Заберем, значит, грибочков. Давайте починим тапочки. Не могу, хорошо. Починить могу, да, могу. Все, отлично. Берем в руки топорик. Берем в руки топорик. По-моему, за камушки учили. Да. Все? Угу. Так. Починить нужна веревка. Хорошо. Давай создадим веревочку. Две штучки. Так, растительное волокно. Три штуки. Ага, у нас своего нету. Ладно. Один наш приятельня, вот это вот, да? Давай, наверное, мы тебя сюда закинем. Делай нам конетки, а мы побежали. Ладно, сейчас нам надо будет нафармить с вами волокна. И как раз забрать для бургла чип памяти. Так, волокно. Волокно у нас тут находится. Пока мне, скорее, не забыл. Блин, а я сейчас могу откиснуть, да? У нас хп мало. Можно, конечно, позволить сделать этот, чтобы мы откисли. Оно как раз восстановится, когда мы откисаем. Ну, сейчас посмотрим. Так, забрать.
Давай еще немножко сделаем. Все, шикарно. А тебя потом мы используем. Если ты, конечно, не исчезнешь. Все, шикарно побежали. Давайте, наверное, все-таки так и поступим. Иди сюда, давай. Во. Отлично, отлично, отлично. Давай еще. Еще чуть-чуть. Во, и еще разочек. Да. Давай. Еще разочек. Ну давай, ну мэкни меня. И разочек еще. Ну, еще один разочек. Все, отлично. Сейчас возродимся. О, с полным ХП. Сильно нам повредил. Либо нет. Ну, в принципе. В принципе, крица жить можно. Ладно, давай починим. Давай. Ладно, не будем чинить. Пока мисс не будем чинить. Все, побежали. Вот перо трудно достать. Некоторые такие виды камней, там мрамор. Еще, по-моему, что-то я не помню, нужно нам будет. А со всем остальным проблем нету. Так, давай, восстановим. Выносливость. Так, отстань моего рюмзачка, пожалуйста. Все, шикарно, побежали. Жалко, конечно, что ее нужно ремонтировать. Могли бы разработчики сделать так, что ее не нужно ремонтировать. Было бы лучше. Так, бежим, бежим, бежим. Где она находится? Где тот чип? Я еще его потерял. Неужели я тебя потерял? Так. И where are you? Так, хорошо, давай назад чуть-чуть бежим, чтобы оно появилось. Вот оно здесь находится. Отлично. Значит, дай мне лопату. Или не? Или это так не работает? Или это так не работает? Если здесь оно так не работает, значит, мне нужно куда-то вниз спускаться. А куда спускаться? И как туда пройти? Как туда пройти? Ну, либо я что-то не понимаю. Но оно прямо находится прямо подо мной. И выкапывается оно не хочет. Хорошо, создать. У нас есть с вами второго уровня лопатка? Нет, к сожалению, нету. И чё? И чё делать? Ладно, давай смотреть. Давай смотреть, может тут как-то где-то пройти можно будет. Только нам нужен будет с вами противогаз. Nice and safe. Так, макс безопасности, хорошо. О, муравьишка. Вот это я вообще-то не понял. Шутки юмора. Ладно, давайте, может, сюда сходим, посмотрим. Так, что у нас тут? Глина. Но глина у нас есть. Она нам не надо. Что по поводу тебя? А, ты потихонечку откисаешь. Ну ладно. Мы тебя уже, в принципе, лутали. Ля. Ага. А ты кто? А если я спущусь? Или лучше не стоит? Так, отлично. Ой-ё, тихо. Ля, сколько тут всего. Прикольненько. А можно мне вход в пещеру? Либо нельзя. Либо мне нельзя. Всё, всё? Кто? Ах ты, дон дистали библиотека. Это супер-пупер-клоп какой-то, да? Супер-клоп-мутант.
Ты мне всю броню, падла, повредишь. Всю броню, падла, повредишь. Отстань. Все, и тебя. Все, что-то мы с вами забрали. Ты кто? Ага, превосходный мрамор. А мне нужен 3-го уровня. К сожалению. Ты что, издеваешься? Ты реально издеваешься? Блин, а как бы мне метку сюда поставить бы, что тут мрамор находится? Так, что мне для этого нужно? Нужно не забыть. Дай сюда. Так, лист клевера и росток. Лист клевера и росток. Так, хорошо. Давай мы сюда метку пока поставим. Лист клевера и росток. Но в любом случае нужно, потому что я забуду. Так, лист клевера и росток. Клевер, клевер, клевер. Блин, и тут что-то есть еще. О, бонжур. Бонжур, бонжур, бонжур. Забрать. Отлично, дай мне шоколадку. Восстановить здоровье. И найти лес клевера и росточек. А по поводу чипа, я так и реально и не понял. Так, 2900, а мне сколько нужно? Так, канатная дорога. Прикольненько. Прикольненько. Так, что тут, лестница? Книга инструкции, изгородь. Так, вкусная выпечка. Не, выпечка мне не нужна. Сорви этим... Косточка мне мешает много влаги. Откроет мутанцию, уменьшает урон от падения. Канатная дорога. Стул, в который можно привязать. Начало или конец канатной дороги. Блин, а это прикольная штука. Можно будет из воды так с нашего этого домика путешествовать. Правильно? Давайте откроем. Во, все, отлично. Потом посмотрим, что мы здесь можем изучить, анализировать. Так, лезвие гусеницы, хорошо. Так, закрыть. Так, клевер и росток. Клевер, клевер, клевер. Наружная угроза. Это тут везде угроза. Блин, сколько здесь всего интересного. Ага, перо вижу. Так, а ты кто? Сколько здесь всего интересного? Блин, нам бы это все поисследовать. По-хорошему. Угу. И вон кусочек науки. Ладно, ладно. Прыгаем. О, перо. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Только не говори, что я сейчас тут... Сейчас тут откисну. Все, все, все. До побачення, до побачення. Да, рановато я сюда спустился. Рановато мы сюда спустились. Ничего не вижу, вообще ничего. О, мегазубик, да? Мегазубик, надо. Это мне надо, это мне надо, а это мне не надо. Пожалуйста, только не откисни. Куда бежать? Дай сюда. Спасибо. Все, 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 до побачения. О, это было на тоненького. Это реально было на тоненького. Так, мне клевер нужен. Клевер и росток. Росток это вот эта, по-моему, штука. Так, иди сюда. Ты мне тоже нужен. Ты мне тоже, падла, нужен.
Ага, с другом, да? С другом пришел. Хорошо, давайте найдем клевер. А вот и клевер. Отлично. Сейчас вернемся, поставим туда метку. В любом случае нужно будет поставить метку, потому что реально я забуду. А так хотя бы я буду знать, что там находится... Находится что-то ценное. Так, побежали. Метка ж не исчезла, нет, вот 260 метров. Ну не знаю, туда домой чиниться, лечиться и спать, потому что, в принципе, я не могу найти ту штуку. Тут подземный вход, либо что нам нужно. Если честно, то я найти это не могу. Блин, ладно, мы тебя потом тоже заберем, когда будем здесь уже исследовать. Но нужно будет это делать, когда у нас будет с вами нормально, во-первых, ХП и более-менее прокачанное оружие. А без этого пока есть нас, нам нету смысла что тут делать. Так, хорошо. Ой, отстань, отстань, пожалуйста. Ты что, издеваешься? Бля, тупо арта, да? Опа, дай забрать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ой, мало хпшки, мало, отстань, пожалуйста, от меня. Так, все, отстали? У нас есть чем-то похилиться? Похилиться у нас нету. Так, создать хотя бы один винтик, дай мне. Нам сок нужен, ладно. Так, предлагаю тогда поставить где-то вот тут сейчас эту штуку. Создать, создать, создать. Так, крепление для канатной дороги. Нужно будет это посмотреть дома, прийти. Так, что у нас здесь находится? Здесь находятся камни. Как мы тебя отметим? Вот, давай так, на бриллиант пусть будет. Согласны? Пусть будет на бриллиант. Вот таким вот. Все, пусть будет бриллиантик. Так, ты что? Ты муравей. Все, бегим. Бегим домой, ребят. Нужно будет как раз посмотреть канатную дорогу. Эта штука прикольная. Так, а только где мой дом? Угу, давайте, наверное, метку эту мы уберем. Она нам уже не нужна. О, все. А где теперь мой дом? Ага, мой дом вон там. Инвентарь. Одеть шапочку. Все, шикарно. Шикарно. Наверное, надо будет в следующей серии идти в другие места. Где у нас тут они находятся? Карта. Блин, вот это вот... Пропавший чип Бургла. Это тоже пропавший чип Бургла. И это, да? И здесь. Наверное, сюда куда-то, в эту сторону нужно будет идти. Как раз вот так здесь. Сведаем сюда и вот так пойдем вверх. Посмотрим, что тут есть здесь. А где находятся конкретно чипы другие? Ага, вот супер чип. Отлично, так. Поставить меточку. Нужно будет потом туда и бежать. Только не знаю, как мы туда доберемся. Там вроде все перекрыто. Надеюсь, что разберемся. Блин, главное, чтобы сейчас на нас тут никто не напал. 400 метров осталось. Главное, чтобы спокойно все прошло. Ага, вон и комары я вижу, да, москиты? Москиты нам тут не нужны. Хотя, в принципе, если, как говорится, ой-о. Если мы с вами уменьшились до размера муравья, то можем использовать москита не по назначению. Крица, если ты смекаешь, о чем я.
Так. Берется пусть смокча на здоровье. О, побежали. Побежали. Так, давай посмотрим по поводу... Создать канатная дорога. И как она будет выглядеть? Угу, никуда. Ладно, сейчас домой добежим. Посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, у нас хватит материалов, чтобы построить. И хватит нам паутины. Потому что я, по-моему, всю паутину потратил. Так, идем басечки. Идем басечки. С утра уже будем мастерить. Все, шикарно. Блин, половину хп восстановила, ну ладно. Так, давай попьем. Давай посмотрим. Стебель сорняка. Столб, на котором можно привязать начало или конец канатной дороги. Так, и куда мы ее будем делать? Это нужно, наверное, будет как-то... Как-то здесь построить себе... Маленькую пристань. Тут, вот тут как-то и... Туда-сюда путешествовать, да? Ну, либо здесь продлить вот так мостик фундаментом. А здесь сделать небольшую... Площадочку. Что еще? Вроде больше ничего, да, не можем. Только трофеи, трофеи, трофеи. Что это, трофеи гусеницы? А ну. Давай смотреть. О. Ля, вот тут теперь у вас друзья есть. Все, теперь у вас есть друзья. Хорошо, здесь мурашки, здесь мурашки. Здесь наше мусорное ведро. Бля, в мусорном ведре тоже могу хранить вещи. Оно что-то не исчезает. Все, давайте тогда, наверное, я сейчас сложу сюда все, что я принес. Для начала мы починим с вами тапочки, если у меня тля осталось. Починить, да, осталось. Отлично. Слаживаем теперь весь мусор. По поводу канатной дороги, я тебе скажу, подумаю. Пока я не знаю, как я буду дальше себе свою базу строить. Так что нужно будет как-то подумать. Тем более, я так понял, нужно будет паутины с вами нафармить очень много. Так, все, я почти уже все заполнил, да? Как бы все уже и заполнено. Здесь заполнено наполовину. Ага. Ну, в принципе, место еще есть. Так, ладно, все, всем спасибо за просмотр. Блин, какой же стрёмный звук. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Как говорится, мы сейчас будем пить кофе и думать по поводу... Во-первых, как мы будем базу дальше с вами расширять. А во-вторых, что нам нужно будет там где-то найти этот суперчип. Так как я реально хочу понять, что с нами тут, как говорится, происходит. Кто нас уменьшил... И как это все вернуть обратно? Все, всем пока-пока и до потом.